комитетах, оценка за выступление Дунавской. И мы смотрим с вами композицию в исполнении итальянки Сары Феррари, которая также входит в десятку сильнейших. В этом репортаже, который ограничен временными рамками, я, безусловно, стараюсь сконцентрировать ваше внимание на выступлениях главных претенденток на победу, четырех гимнасток, двух из Советского Союза, двух из Болгарии. Но время от времени хочу показывать вам спортсменок из других стран, которые также растут, стремятся к прогрессу, добиваются каких-то самостоятельных успехов, словом, которые создают популярность этому виду спорта у себя в странах, а потому и в мире. Итак, одна из них – итальянка Феррари. В прошлом году